В Ярославской области за долги начали отключать газ. По данным «Газпром» Межрегионгаз, прекращена подача голубого топлива на котельные Даниловского ЖКХ. Сейчас под угрозой МУПТеплосервис. Здесь долг более 20 миллионов рублей. На руководителя предприятия возложена обязанность по предоставлению банковской гарантии на сумму долга. Однако конкретных действий по расчету так и нет. В связи с этим рассматривается вопрос о введении ограничений на поставку ресурса. Это дает возможность ввести ограниченный объем газа на определенный период и по выбору уже руководителя предприятия поставлять этот газ либо ограниченный период времени в течение суток, либо в течение недели, либо в течение месяца. Это уже по решению, соответственно, руководителя этого предприятия. Объема газа хватит примерно на 20-25 дней. За этот период руководитель принимает решение о необходимости перейти на другой вид топлива – мазут, уголь, дрова и обеспечивать услугой добросовестных плательщиков. К слову, общий долг по региону – 2,5 миллиарда рублей. Это только теплоснабжающие организации. Топ должников – Ярославская генерирующая компания, Теплоэнерго города Рыбинска и Переславская энергетическая теплокомпания. Данные городскому телеканалу сегодня озвучили в компании «Газпром» Межрегионгаз Ярославль. А вот по долгам за услуги, предоставленные населению, картина стабильная уже 3 года. Общая задолженность на нынешний сентябрь 104 миллиона рублей.